Всем привет, друзья, с вами Джонни, и сегодня я вам расскажу, как будут работать новые випки, которые в скором времени будут добавлены на Diamond RP. Ну и также, ребят, не забывайте, что играю на Diamond RP Trillion, IP есть, как всегда, в описании. Указывайте при регистрации промокод, проходите квест, после чего отписывайте мне, и вы получите от меня небольшой бонус. Ну и по традиции, вот он, победитель на 50 тысяч, пиши мне в ВК, чтобы забрать свой приз. Ну а правила, как всегда, просты, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь положительный комментарий. Погнали! Если ты хочешь создать свой сервер в SAMP, КРМП или МТА, тогда тебе на bighost.org. Именно здесь ты сможешь создать свой сервер за низкую цену, а также выбрать любой ролплей мод и поставить его в один клик, создав при этом полноценный проект. Все ссылки будут в описании, так что заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. В общем-то, ребят, все вы в курсе, что Diamond RP давно уже обещали добавить систему випок, ну и, собственно, это свершилось. Совсем недавно Тони Баррера поделился с нами этой информацией. На ваших глазах вы видите, как в будущем все это будет оформлено на сайте Diamond. Ну и давайте разберем каждый из предложенных пунктов. Как мы можем сразу же заметить, будут доступны три VIP-статуса, а именно Silver VIP, Platinum, ну и самое топовое это Brilliant VIP. Ну и давайте теперь разберем, собственно, каждую из этих випок и посмотрим, чем же они отличаются и так далее. Первый вип-статус это у нас Silver. С помощью этого статуса мы получаем следующие возможности. Лечение в больнице будет осуществляться в 2 раза быстрее, навык стрельбы будет прокачиваться тоже в 2 раза быстрее, каждую третью ЗП у нас будет плюс 1 XP, также у нас будет ускоренная прокачка навыков на всех работах. Вместимость инвентаря увеличится в 2 раза тоже. И последнее, это у нас будет доступна команда /admins, которая будет показывать количество админов в сети. И на самом-то деле, из всего вышеперечисленного, лишь этот пункт заслуживает того, чтобы вы купили этот VIP-статус. Возьмем ту же самую лечение в больнице. Я думаю, что это ни к чему, потому что либо вас вылечит медик, либо вы заплатите 300 баксов и вылечитесь. Потом качать навык стрельбы в 2 раза быстрее. Мне кажется, что здесь опять-таки нету смысла, потому что есть тир, да и я думаю, те, кто будут покупать эти випки, у них по-любому уже все скиллы вкачаны. Так что лично для меня Silver VIP это такой себе вариант. Ее можно купить, если только для использования команды /admins, которая будет показывать, если админ в сети или же нет. Следующий VIP-статус это у нас Platinum VIP. Здесь мы сразу же видим возможность владеть 2 домами, возможность иметь 2 авто без дома. Также будет сокращено время для получения рулетки на 30 минут. При смерти в гетто мы не будем терять оружие и деньги. Уровень голода сокращается в 2 раза медленнее. Ну и также, как и в Silver VIP, у нас есть доступ к команде admins. Здесь уже, ребят, все гораздо интереснее, потому что, во-первых, мы будем иметь возможность владеть 2 домами сразу. То есть я бы смог купить какой-нибудь особняк для своей фамы, ну и также смог бы продолжать ловить дома и пилить для вас классные нарезки по ловле. Ну и также владение 2 автомобилями без дома. То есть если сейчас вам нужен обязательно средняк с гаражом, чтобы иметь 2 автомобиля. После покупки данного VIP-статуса вы сможете даже без дома иметь 2 автомобиля. Ну и дальше мы видим, что будет сокращено время на получение рулетку. То есть вместо того, чтобы отыгрывать 3 часа, мы будем отыгрывать 2,5. Ну и также этот пункт, в котором при смерти в гетто мы не будем терять оружие и деньги, это тоже очень классно сделано. Только я вот не знаю, если, допустим, вас убьют не в гетто, а в другом месте, ган сохранится или нет. Вот это реально будет интересно попробовать. В принципе, это все. Я не знаю, сколько они будут стоить, но мне кажется, что именно Platinum VIP будет самое востребовательное среди игроков. Ну и, ребят, последний тип випок это у нас Brilliant VIP. Она будет самая дорогая из всех 3 випок. И здесь мы сразу же видим, что помимо возможности владения 2 домами, у нас будет возможность иметь целых 3 бизнеса, 3 авто без дома, а также удвоенный опыт и отдельный VIP-чат. Также наш авто никто никогда не сможет угнать. Время получения рулетки сокращено на 60 минут. Мы сможем выбирать больницу для лечения. Каждый час мы будем получать 1 семейное очко, ну и другие возможности, которые я до этого упоминал. Ну и давайте сейчас разберем все эти возможности. Самое топовое в этой випке это, конечно же, возможность владения 3 бизнесами. То есть вы сможете выкупить и отель, и АЗС, и обычный какой-нибудь бизнес.
бизнес. И здесь многие скажут, что появится монополия и так далее. Но, ребят, если посудить, в реальной жизни может быть то же самое. Так что я больше за, чем нет за этот пункт. Потом мы сможем иметь 3 авто без дома. Если в платиновом VIP у нас есть возможность иметь 2 авто, то здесь у нас их целых 3. Мы будем получать удвоенный опыт на протяжении VIP-статуса. И, ребят, что такое на протяжении VIP-статуса? Этот VIP-статус, который вы купили, он не будет у вас навсегда. Вы там, не знаю, в какое-то определенное время должны будете его оплачивать опять, чтобы у вас появились эти возможности. Также то, что никогда не было на Даймонде, это отдельный VIP-чат, где мы сможем общаться, я так понимаю, только с владельцами Brilliant VIP. Но еще помимо этого у нас есть пункт, в котором сказано, что наш автомобиль никто не будет угонять. Этот пункт делает для нас новый бизнес Pantera Security бессмысленным, потому что наш авто и так никто не будет угонять, но это хорошо. Для того, чтобы получить рулетку, мы не будем отыгрывать 3 часа, а просто 2 часа отыгрываем, и у нас есть рулетка. Ну и, наверное, достаточно интересная возможность — это то, что мы будем сами выбирать, в какой больнице появляться. Лично мне кажется, что это реально полезная вещь. Ну и также другие возможности, которые я до этого упоминал, там админс и так далее. Опять-таки, мне сложно сказать, будет ли эта випка пользоваться популярностью, потому что я не знаю цен, но если выбирать между всеми випками, я бы выбрал именно вот эту. Только из-за возможности иметь сразу же 3 бизнеса, потому что представьте, если у вас 3 топовых бизнеса с аграном, у вас в день финка будет 1 кака просто. В общем-то, ребят, такие вот 3 VIP-статуса в скором времени появятся на Diamond RP. Пишите обязательно в комментариях, что думаете по поводу этих VIP-ок, стоит их вообще добавлять или же нет. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Лично я бы хотел, чтобы их добавили, потому что они сделают наш геймплей на сервере гораздо насыщеннее за счет того, что будут добавлены новые возможности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем пока! Niggas so bad mind. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson.